Посмотрите восход солнца, который я снимаю со второго этажа моего жилища. Каждые 5-7 минут я снимал восходящее солнце. С добрым утром, осень и рассвет! Так чудесно хороша прохлада, легкий ветерок, туман, услада, восходящий солнце теплый свет. Природа замерла в золотом рассвете раннем, ожидая солнышко восход в печально рыжем октябре. Люблю по жизни позитивных я людей. У них свое особое сияние, и сколько не было бы в их жизни темных дней, лишь только свет имеет там влияние. Они умеют излучать добро, теплом своим часть мира согревают. Увы, не каждому из нас это дано, но под теплом их наши души тают. Я так хочу, чтоб каждому из нас досталось счастье малая крупица, чтоб вместо горьких и холодных фраз улыбки поселились к нам на лица. Друзья мои, не цепляйтесь за прошлое, не живите обидами, вспоминайте хорошее. Никому не завидуйте. Вы смотрите мой канал. Я много говорю о хорошем. И говорю, как это хорошее было бы у вас в душе, в вашем внутреннем мире. Давайте любить, давайте радоваться и давайте жить долго и счастливо.